Всем привет! С вами Мария, и вы на канале «Алмазная вышивка» и не только. Сегодняшнее видео я записываю спонтанно, потому что сегодня у меня была небольшая переписка с одной из моих зрительниц. Дело в том, что она заказала свой первый и пока что единственный алмазный набор на Алиэкспрессе. Результат ее очень сильно разочаровал. Если процитировать ее слова, получилось «размазня размазней». И вот из-за этого неудачного опыта у нее сложилось, в принципе, негативное впечатление обо всей алмазной мозаике. И она больше не собирается ей заниматься. Хоть сам процесс выкладки ей на самом деле очень понравился. Она бы им занималась, если бы ее так не разочаровал результат. Мне, как ярой поклоннице алмазной мозаики, очень хочется, конечно же, уменьшить количество таких случаев. И поэтому я вот решила сегодня сесть и рассказать вам, откуда берутся такие неудачные заказы и как их избежать. Итак, вы собрались купить набор для алмазной мозаики. Возможно, это ваш первый набор, и вам просто хочется попробовать этот вид рукоделия. Наборы, как правило, такие хорошие наборы, да, они дорогие. А вы хотите найти наиболее дешевый вариант, потому что вы еще не знаете, понравится ли вам в принципе алмазная мозаика. Вот, поэтому вы хотите выбрать такой безопасный вариант, чтобы не потратить деньги зря. И вот тут вы как раз попадаете на AliExpress или на любой онлайн-магазин, который торгует китайскими наборами, потому что они, ну, самые дешевые на рынке, это факт. А вы покупаете из них самый-самый дешевый, самый маленький набор. И вот при таком сценарии, скорее всего, вас постигнет та же неудача, что и мою зрительницу. Результат вас не устроит. Почему так происходит? Давайте разберемся. Китайцы в погоне за низкими ценами всегда экономят на всем. К сожалению, в случае с алмазной мозаикой это касается дизайна схем. Чтобы получить красивую качественную картинку, надо нанять дизайнера и заплатить ему деньги. Куда проще просто взять картинку, прогнать ее через автоматическую программу и получить на выходе схему, которая более-менее похожа на оригинал. Экономия денег, экономия времени. К сожалению, все это влияет на результат, но главное — экономия. В описании товара вам вряд ли продавец покажет реальную схему. Скорее всего, вы увидите в описании красивую исходную картинку, которую он взял за основу, да, и потом будет очень много фотографий с россыпью переливающихся страз, с процессом выкладки, с какими-то гигантскими полотнами, с совершенно другими картинами, никакого отношения не имеющими к той картине, которую вы хотите купить. И покупатель, как правило, покупается на это. В итоге что мы получаем? Давайте я покажу вам немного реальных фотографий. Вот что обещали, а вот что получили. Похоже? Похоже. Это то, что мы ожидали? Ну нет. На картине мы видим высокую детализацию, много мелких деталей. А когда мы видим ту же картину, но в алмазке, мы видим, что все это сливается в пятна. Потому что размер работы не позволяет показать вам все те мелкие детали, которые есть на исходной картинке. Покупатель выбирал этот набор, скорее всего, исходя из цены. Чем меньше размер, тем дешевле. Это логично. Но ожидал ли он, что дешевизна настолько повлияет на качество? Я думаю, что нет, не ожидал. Должен ли он был об этом знать? Ну, я считаю, что нет, не должен. То есть покупатель, он не должен знать каких-то тонкостей покупаемого им товара. Он должен посмотреть на описание и по этому описанию выбрать этот товар, правильно? А вот продавец здесь сознательно пошел на хитрость, и, зная, что картина не подходит под такой размер, он все равно выставил такой набор на продажу. Хочу обратить ваше внимание, я не оцениваю результат работы с точки зрения красиво-некрасиво. Здесь у каждого свое субъективное мнение, и я не собираюсь в него никак вмешиваться и на него влиять. Я смотрю только с точки зрения, что нам обещали и что мы получили. И вот здесь, мне кажется, я могу дать более-менее объективную оценку. И здесь между обещанным и полученным у нас с вами очень большая разница. Причем это случается не только на маленьких картинах. Вот, посмотрите, пример в размере 50 на 40 сантиметров. Это большая картина. Она требует достаточно больших трудов. То есть там минимум 2 недели
человек потратил на эту картину. И вы видите, что в результате, да, получился букет цветов в вазе. Мы это понимаем, да? Но вот сами цветы различить трудно. Видно, что в оригинале они, скорее всего, были очень красивыми, но здесь каждый цветок – это вот просто какое-то пятно, да, цветное. И хотелось бы, конечно, чтобы оно было более подробным, это пятно. И вот теперь давайте посмотрим на оригинал. Да? Вы видите небо и земля. Давайте посмотрим еще один пример. Вот выложенные дельфины, а вот оригинал. Вы все видите сами, мне ничего объяснять не надо. Бывает даже так, что по результату действительно сложно восстановить в голове оригинал. То есть бывает даже сложно понять, что именно расположено на картине. Давайте я вам сейчас вот покажу, на мой взгляд, вот такой вот пример, по которому я сразу не смогла восстановить исходную картинку, мне пришлось лезть в описание товара. И здесь я вам тоже исходную картинку не покажу, чтобы вы, возможно, в комментариях попробовали догадаться, что же здесь нарисовано. Может быть, для вас это кажется очень простым, может и сложным, как для меня. Итак, что же делать? Как избежать вот таких случаев? Мой ответ – всегда ищите фотографию готовой работы. Где угодно, в описании, в отзывах, на каких-то сторонних сайтах, в поиске по картинке, где угодно. Увидели фотографию, нашли ее, понравился результат – заказывайте. Не понравился – ни в коем случае не заказывайте. Если вы не нашли такой фотографии, то вам просто морально надо быть готовыми к тому, что результат вам не понравится. И сразу здесь обращаю ваше внимание на две вещи. Первое. Многие продавцы продают одну и ту же картину в разных размерах. Изображение одно, размеры разные. И здесь вам надо следить за тем, чтобы фотография готовой работы была ровно на тот размер, какой вы хотите заказать. Если вы хотите заказать картину размером там, 20 на 25 сантиметров, то фотография картины той же самой, но размера 40 на 50 сантиметров вам никак не поможет, потому что большая фотография, да, фотография большей картины будет заведомо лучше, чем тот размер, который вы выбрали, если вы выбрали меньший размер. Это был первый момент. Второй момент, на который вам надо обращать внимание, это то, что искать надо именно фотографии. Вас не интересуют текстовые отзывы. Почему? Давайте вот я вам признаюсь просто, что все эти картинки, которые я вам показала до этого, ну, может, за исключением самой последней, все эти картинки были размещены в положительных отзывах. То есть люди, которые оставляли эти отзывы, они поставили наивысшую оценку продавцу и были довольны своими работами. И вы знаете, я почти уверена, что люди действительно искренне были довольны этими работами, потому что, ну, мы с вами знаем, что и сам процесс выкладки очень увлекательный, да, и алмазная картина, она всегда выглядит эффектно, какой бы плохой сама картинка ни была, сама схема, результат все равно будет переливаться и мерцать на свету. Это факт. Плюс люди вкладывают в свои работы много времени, энергии. Это уже такой чисто психологический момент. Вы не можете плохо отзываться от своей работы. Наверное, каждая рукодельница меня поймет здесь, что ну, мы не можем объективно оценивать свою работу. Мы всегда очень субъективно. Мы любим эту работу, потому что мы столько всего в нее вложили. Мы часть себя в нее вложили. Поэтому нам всегда она нравится. Ну, сильно больше, чем окружающим, я так скажу. Но мы сейчас не об этом. Мы с вами сейчас находимся еще в той точке, когда мы еще не купили набор, мы только его выбираем. А, соответственно, на нас с вами все вот эти психологические приемы, они просто не действуют. Мы сейчас еще не вложили в этот набор ни денег, ни сил, ни времени, поэтому мы вполне можем критически оценивать те работы, которые выложили другие рукодельницы, правильно? И тогда мы сможем с вами сделать гораздо более осознанный выбор. Именно поэтому очень важно не читать чужие отзывы, а именно искать фотографии готовых работ. А на этом у меня все. Если у вас был неудачный опыт в алмазной вышивке, пожалуйста, поделитесь им в комментариях, напишите свою историю или выложите фотографию готовой работы. Я уверена, всем нам это будет очень интересно и полезно. Чем больше мы друг другу расскажем таких вот историй, тем меньше ошибок будем совершать в будущем. Поэтому обязательно оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди будет очень много интересного. А я желаю вам огромной удачи. И пока.